Во втором роддоме города Владимира откроют комнату для молитвы. С такой инициативой выступило руководство лечебного учреждения. Небольшое помещение оборудуют на первом этаже в корпусе акушерского отделения. По мнению сотрудников роддома, комната будет полезна для психологической поддержки пациенток. Мы все с вами разные. Люди разных религиозных конфессий. Кому-то хочется помолиться, кому-то хочется побыть в тишине. Может быть, по каким-то причинам что-то будет связано со здоровьем новорожденного, может быть, всякое. Но если женщине в этом потребуется, мы готовы это предоставить, и у нас это будет. Мы будем это организовывать. Мы ничего против этого не имеем. Женщины иногда у нас читают молитвы и в родах, и читают и стихи, и поют песни. В роддоме не исключают, что комната для молитвы может понадобиться не только будущим матерям, но и их родственникам. Вскоре в ней появятся иконы и духовная литература. Осветить комнату планируют в сентябре этого года.